Сбылись заветы Ильича, кухарка правит комбинатом и с вожделением палача бомбит и льготы, и зарплату. Спецов не ставит ни во что, орет, как у себя в квартире, мол, если скажет кто не то, мочить я буду хоть в сортире. Вам люди все по бороде, но техпроцесс не варка каши, и центрифуга не беде, а изотопы не параша. Вы превратили цех в бедлам, гексафторит в отстой кефирный, но забывать не стоит вам, что атом наш не только мирный. Он может вызвать СЦР, и полетит грязь по планете, но сядет главный инженер, ведь вы за это не в ответе. Обидно мне, что все молчат, что все задавлены, зажаты, понять их можно, жить хотят, пусть и без льгот, но хоть с зарплатой».